Я открыл для себя одну тайну. Прошлое – это медленное рождение каждого из нас. Точно так же, как вчерашний день – осторожное начало сегодняшнего. Я знаю сейчас, что времени в трех измерениях не существует. Есть только бесконечное возрождение и возвращение на круги своя. Есть шорох шагов и шепот ушедших. И лица, которые повторяются и повторяются в поколениях людей. Они неотличимы. Они идут по жизни с одним и тем же выражением, меняя лишь мундиры и ордена. И я не могу избавиться от мысли, что вслед за мной летит уже новый поток. Мне дышат в спину те, кто спешит занять освободившееся на земле мое место. Когда здесь, посреди предутренней тишины, меня мучила бессонница, я заслонялся от самого себя воспоминаниями детства. Я, как сумасшедший, хватал ртом снежинки и бродил под ночным небом в росистой картофельной ботве, прислушивался к непонятным шорохам, которые заполняли все мое существо гораздо сильнее, чем залпы всех известных мне орудий. Я видел отца, маленького, сгорбленного, беззубого, за длинным деревянным столом с неизменной рюмкой водки и миской квашеной капусты. Он не мог ничего рассказать мне про ту войну, которая его опалила. Он забыл ее логику, и лишь порой отдельные яркие и страшные переживания вспыхивали в его сознании. И однажды он сказал мне: «Не думаю, что война — это прошлое. К твоему поколению тоже придет своя война. Здесь по-другому не бывает. Дети растут и уходят на войну. Не может быть по-другому». Отец казался мне подростку древним стариком, ничего не понимающим в окружающей его жизни, в которой мы весело пели и ходили дружным строем. Но вышло, что он умер пророком. Вот я остался один, один перед лицом мгновения, разделяющего жизнь и смерть. И рядом со мной стояли сотни таких же одиноких и беззащитных жизней. И чем крепче мы дружили, тем яснее открывалась для меня простая истина. Каждый умирает в одиночку. Все, кто живы, я знаю, боятся смерти. Они заранее напуганы предстоящей встречей. Но поверьте, я ни разу не видел, чтобы умереть боялся умирающий. Приближаясь к смерти, я чувствовал не ее леденящее дыхание, а дрожь мерцающих звезд у себя в руках. И тогда, чтобы спасти себя, я научился разговаривать с теми, кого здесь нет, чувствовать то, о чем нельзя сказать. Нет матери, нет жены, нет родины. Вдруг я понял, что с войны не возвращаются. Я понял, что обратной дороги нет. Есть только одно направление – туда. Война – это болезнь. Смертельно опасная болезнь. И все мы, поколение за поколением, заражены ею. Любое насилие,
пусть освященной благородной целью, опьяняет. Оно не кончается с последним убийством. Оно растет, засасывает душу. Мы хоронили убитых, складывали их слоями в одну общую яму. А похоронная команда засыпала каждый слой известью. Потом я пошел к ручью. Вода в нем была красная. На 3 метра выше от меня, поперек ручья, лежали десятки трупов. Но я все равно приник к этой воде и пил ее. И все, кто остались живы, тоже пили вместе со мной эту воду. Потому что ничего не было страшнее мучившей нас жажды. Я часто смотрел здесь в глаза своего нерожденного сына. Что я должен был ему сказать? То, что его отец знал вершины добра и бездны зла? Что жизнь его разрывалась между двумя этими полюсами? Я хотел бы признаться ему, что шаг за шагом приступал заповеди. Что война не отменяет человеческих законов. Она просто создает свои, необходимые только ей. Я хотел бы покаяться за то, что по принуждению или по своей воле я следовал этим законам. И, может быть, он, мой сын, осудил бы меня. Я все дальше и дальше уходил из дома. С каждым днем мои связи с прошлой жизнью становились все призрачнее. Я был воодушевлен общей идеей. Одетые в единую форму, мы пели воинственные песни и преломляли хлеб в кругу товарищей. И нам тогда казалось, мы нашли то, что всегда ищет на земле оставленная человеческая душа. Единение и общность. Мы старались тогда не думать, что этот хлеб принесет нам смерть. Страшно признаться, но нас радовало, что мы потеряли имена и биографии, что война стерла наши лица.
Нам становилось невыносимо легко от того, что мы обрели одно общее для всех имя. Солдаты. Здесь наша единственная ценность заключалась в собственном теле. Нашими телами можно было закрыть амбразуру, исправить ошибки, ими можно было победить. Мы стали числом в военных сводках. Весь наш человеческий космос вместился в объем литров крови, которые мы обязаны были пролить в борьбе за общую идею. Нам говорили, что жертвуют нашим поколением во имя счастья последующих. Но в этом и заключался главный обман. Жертвовали не теми и не этими, а всеми разом, ушедшими и не родившимися. И у меня больше не оставалось вопросов к Создателю. Зачем мне дана была эта единственная, неповторимая жизнь? Зачем я пришел в этот мир? Со всеми своими страданиями, желаниями, попытками что-то понять. Мне уже не нужно было ничего объяснять, потому что перед собой я видел пропасть. Чтобы убить кого-то, нужно сначала убить себя. Мало встречал людей, которые хотели бы воевать, но еще меньше я знал тех, кто искренне не боялся бы возвратиться домой. Вначале я удивлялся, почему кто-то надеется, что мы вернемся, почему никто не понимает, что из войны выйти нельзя, почему они посылают нас сюда и ждут победы. Но потом я понял причину. Мы способны родить что-то новое лишь благодаря войне. Мы вообще способны к созиданию только через разрушение, как ребенок, набирающий силу, рассасывает до кровавых трещин материнскую грудь.
Мне хотелось спросить у своей родины, какие еще жертвы нужны ей, чтобы она закричала: «Хватит! Довольно!» Какие еще муки она хочет увидеть на лицах своих сыновей, чтобы почувствовать себя счастливой, и чья смерть должна стать последней в честь ее славы? Однажды отец показал мне старый заброшенный колодец. Когда-то этот колодец был так глубок, что вмещал в себя только одну звезду. Но грязь закаменела в нем, и звезда погасла. Смерть звезды на дне колодца губит нас вернее, чем любая вражеская засада. Я знаю, что уже совсем скоро к моей матери придет оставшийся в живых мой друг. Мать будет плакать, а он будет стоять перед ней с поникшей головой, растерянный, кусающий губы. Его будет терзать вина за то, что он не погиб. И он сам удивится своей живучести. Когда-то я также стоял перед незнакомой мне женщиной и угадывал в ее искаженном от горя лице черты погибшего рядом товарища и мучился. Почему он, а не я? И вот теперь пришел черед кого-то другого смотреть в глаза и моей матери. Что остается у нас от этой жизни? Горячее материнское молоко и обжигающий холод звездного неба, начало и конец, две невидимые точки в необъятном лабиринте мира. Я родился, и мне пели гимн, и пели осанну, и я слышал над собой многие лет. И мир родился вместе со мной, и впереди у меня был целый век. Thank you.
Я знаю. Времени в трех измерениях не существует. Есть только бесконечное возрождение и возвращение на круги своя. Есть шорох шагов и шепот ушедших. И лица, которые повторяются и повторяются в поколениях людей. Нам не дано изменить прошлого, уносящего с собой тайну человеческих страстей, и не остановить время, которое стирает ускользающий смысл. Thank you.